тайгу, на санях, на развалюхах, в соболях или в триухах. И богатый, и солидный, и убогий бегут в неизведанные чащи. Кто-то реже, кто-то чаще, волчьи логово, медвежьи берлоги. Стоят, как усталые боксеры, вековые гренадеры. Два обхвата, в три обхвата и поболе. И я воздух ем, жую, глотаю, да я только здесь бываю, за решеткой из деревьев, но на воле в тайгу. Привет, друзья! Сегодня с мужиками собираемся строить вышку лабаз. Значит, приехали на поле. Овес уже сходит. Местами как-то он не очень хорошо. В прошлом году овес был лучше. Приехали на тракторе, привезли телегу досок. Инструмент. Кресло привезли, чтобы удобно было сидеть. Сейчас начнем работу. Четвером мы сегодня. Еще подъедет у нас один хлопец. Что вот так. Погода отличная сегодня. Ни комаров, ни мух, никого нету. В общем, мы в преддверии предстоящей работы. Сейчас начнем. Проверил бочку. Пахнет все отлично. Сейчас начнем работать. Лестница. Пилы. Как-то так, в общем. Дальше больше покажем, что и как. Так, сделали основание. Столбы закопали сантиметров, наверное, на 40, на 50. Делаем ее немножко раскосую такую. Вверху сводим. Высота будет, наверное, ну сколько, метров 5-то точно будет, выше, наверное. Метров 6, может 7 даже. Сейчас полезем связывать ее дальше. Так вот по кругу все связываем, и потом дойдем вверху до основания. Работаем дружно, слаженно, все как положено. Давайте, не переключайтесь. Такая вот у нас конструкция выходит. Еще не доделано, немножко не обшито. Но крышу уже сделали, положили мягкий шифер, мягкую кровлю. Только что мы с Олегом оттуда спустились. Вот такая вот вышка. Там у нас будет два кресла. Потом залезу, все покажу. Здесь будет очень удобно. А, 6 метров она у нас высоту. Я думаю, не больше. Да, вот это вот 7 было, она повыше. Сидишь на той вышке, как раз вот эта вышка получается на уровень головы. Вот такая вот у нас конструкция. Сейчас мы немного перекусим. Устали. В подвешенном состоянии. Тяжело работать. Сейчас обойду с другой стороны, покажу. Одна стена у нас еще получается не зашита. Делаем двери. Изнутри утеплим материалом, чтобы не поддувало нигде.
чтобы можно было и всю ночь просидеть, не парясь. Не замерзнуть, чтобы. Такая вот. Такая вышка. Лестницу еще сколотим с перилами. То в прошлом году мужики на ту вышку даже подняться не могли. Тут вот на порядок удобнее. Ладно, покажем дальше, что получится. Вес начинает у нас выходить. Говорил я уже, сейчас покажу еще. Но как-то он в этом году похуже выходит. Вроде бы и дождя достаточно. Вот он овес выходит. Местами как-то, полосками. Ну, ничего. Бог даст, приводим зверя. Ну что, ребят, строительство лабаза завершено у нас. Получился вот такой лабаз. Такой вот лабазик получился. Я еще поднимусь наверх. Там все охотники примеряются. Вот это старый, это новый. Сейчас я поднимусь наверх. Покажу, как там внутри. Сейчас будем собираться. Приберемся тут немножко. Намусорили. Поедем домой. Мошки, конечно, сегодня просто заедают. Но ничего, весь день мы потратили сегодня на строительство. Долго. Ладно, сейчас поднимусь наверх, покажу. Так вот, ребята, у нас внутри вышки. Обшили все материалом. Вертушок. Бойницы. Такие вот бойницы с трех сторон. Значит, в ту сторону у нас солонец. Здесь поле. Там вон бочка стоит. Мошку съел. Бывает. Вот такой вот видон на поле. Здорово в лесу. Чтобы мошки не кусали, совсем бы было классно. Парни немного сейчас убирают сучки сосны, так как мешают обзору на бочку. Собираемся и едем домой. Сюда еще одно кресло принесем. Будет два кресла. Можно будет ходить, сидеть вдвоем, попивать лимонад. В общем, как-то так, мужики. На сегодня заканчиваю свой обзор. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не теряйте его. Очень приятных просмотров вам. Давайте, всем удачи, всем пока. Мошка заедает.